Меня даже с мысли сбили, что это сейчас было. Друзья, скоро открывается проект White Role Play. На открытии будут частные мероприятия, на посты лидеров и так далее. В общем, ссылка на группу в описании. Все начинается очень грустно. Мы появляемся в какой-то залупе Михаила Боярского. В полной тьме какой-то. Ну, на самом деле, это дом моды. Дом моды. Мы так их, наверное, ждали давно, потому что их с января месяца не было. И начнем мы нашу дуом-карьеру с миссии Сантала, потому что Сантал очень качественный мифодел. Ждем, когда появятся конусы. Извините за мой бранный голос, просто я приболел чуть-чуть. Пролог. Как видите, мод сделал Сантал, все в канонах и традициях. Ну... Нет, господи, я думал, игра вылетела. Нет, наш человек залупа, ну, в натуре похож на человека залупу, идет по коридорам. В слоу-моушене. Ну куда же без слоу-мо-то, ей-богу. Тут стоят полицаи в Сан-Андреас-стайле. Кстати, неплохие скины. Плюс Сантала в том, что он может делать неплохие касцены, и скины у него все в стилистике GTA San Andreas, потому что я не люблю вот эти, знаете, новомодные скины, в которых полигонах больше, чем во всей GTA San Andreas. Утопия, совместный проект. Это, знаете, такой инстродакшн был к проекту. Вот, но наш чувак стоит недоволен и смотрит на камеру. А в камере, господи, какая-то ебака с планеты жопа. Но выглядит довольно-таки неплохо, кстати. А где текст? Или это, типа, немое кино, черно-белое? Типа, я был простым клоуном, и меня поставил человек за лупа. Что ты такое? И все? Не. Полицейский продолжает тусить. Видно, ему очень скучно от данного диалога. Не знаю, хотя подписали имя там. Джон, Билл, Фредди, Fight Nights of... Ладно, забейте, все. Что это сейчас было, блядь? Блядь, нет, стой. Я думал, этот звук был то, что у меня наушники отошли, но этот человек за лоб как-то выше... Блин, ну очень весело. Чтобы выйти отсюда, нужно всех их поубивать. А у меня из оружия только кулаки. Блядь, что, в натуре выйти нельзя? Слушайте, замечательно. Ну ладно, давайте устроим пиздеву. Это ж так весело. Давайте убьем человека за лоб, потому что он с самого начала мне не понравился. Ишь ты, радиоактивный черт с своими перчаточками. Блин, благо то, что у них не 2000 хп, а то я знаю, Сантал любитель поставить по 2000 хп на каждом мобе. Во-во, палка, уже лучше. Все, человек за луп, умри. И по яичкам. По яичкам, прорезиненным. Отлично, и я тут. Но теперь, надеюсь, стена откроется. Отлично. Стоять! Стой, где ты стоишь, я буду стрелять. Блин, мы только что размочили. Сколько? Меня даже с мысли сбили, что это сейчас было. Почему он там не сказал, там, в фусрадах или что-нибудь? Ой, блядь. Господи. У меня есть работа для тебя. Блин, слушайте, какой он классный. Блин, извините, я конченая мразь, но я должен заскринить это. Посмотрите. Какой ебало, блядь. Боже. Ну, благо то, что в стиле San Andreas. Это я люблю, это я почитаю и обожаю одновременно. Ладно, ты меня слушаешь? Нет, я вас не слушаю. Блять, это что записано? Смех Сантала, я не пойму. Дайте мне выйти отсюда. Что он смеется, как залупа какая-то? Я к тебе обращаюсь, придурок. Я тоже к тебе обращаюсь, хуй ты ржешь. Хотя с таким лицом я... Блять, прекращайте. Зачем? Я зарекся больше никогда не ставить звуковое сопровождение в дом-миссиях. Но тут я, видно, согрешил. Ну что ж. Побежали через коробочки. В наш Бэтмобиль. Бэтмобиль воплоти. И куда нас теперь отправят? А, нет, миссия Impostant. Отлично, теперь на мистере Вупе, еле-еле до шахтели, мы должны доехать до следующей миссии. Давайте удивите меня. Ну удивляйте, блин. Утопия, наконец-то.
Миссию сделал Санта. Вау! Вау! Это же Weapons! San Andreas Style, вы посмотрите, даже иконку красиво заменили. Блин, я спалился, то, что на шлюхе прилетел. Ну ладно. Бичара лежит. Ебать. Я думал, звук заменен. Ну ладно, это. Блин, эта пукалка уже того стоит. Заходим на конус. Вскрываем текстурку. И появляемся в здании. Регистратура. Угу. Конус явно нам говорит, что нужно идти сюда. Это 100%. Дверь заперта. А, блин. Ну ладно, где следующий конус? Кто твой конус в GTA San Andreas? Ну сюда-то можно? Ага. Раз тут не заперто, значит здесь что-нибудь творится. Конечно же, я так и думал. Служебное помещение. Тетрадочка тут не просто так вертится, ее, видно, нужно забрать. А что? Со злобой сласть обличая круг. Че это за стихи этого Пушкина? Какие-то злости, слабости увлечая. Я веду свой век в залупу. Блин, из меня рифмоплет очень плачевный. И я в какой-то миссии уже видел подобные эти... интерьеры. Слова с ресурсами, господи, слова со светлости, скрывая лишь мрак и срат, лишь черноту. Господи, блин, я в школе плохо стихи читал, на видео тем более. Кухня. О, это ж кухня Сент-Маркса. Прости, прошу, кто я такой, какой я имею право обличать. Я шут, всего лишь шут. О чем миссия? О чем? Здоровье. Хуёбля. О, нужно убить какую-то ебаку с планеты жопа. Больше, знаете ли, на ебаку с мифсов похоже. А я же, знаете, мифсы люблю. Блин, жалко, нельзя было взять нож и убить эту хрень. Так, наверх, я так понимаю, нельзя подняться? А, нет, зато есть конус. Так, мы опять здесь. Теперь нам нужно бежать... Куда? Блять! Ах ты, сука, блин, вот напугал, скотина, напугал. Блин, какие-то сразу ФСБшники появились. Вот ненавижу в дом модах вот чуваков с дробашами, потому что они постоянно половину ХП тебя сносят. Из-за этого, ну, очень некрасиво получается проваливать их. Так, сюда войти нельзя? Why? А, карта. Точно, точно. С помощью карты. Ну, карта, а куда ее вставлять-то? По-любому надо туда идти. Ну, ладно, раз не туда, давайте пойдем в другое место какое-нибудь. Куда бы можно пойти? А, да, я зразумив. ХП в мене дуже погано. Нельзя? Ладно. С водяным пистолетиком, который начинен патронами. Надо сейчас размотать этих стальных бичей, потому что... Я знаю, они, сука, сейчас появляться будут с дробашами. Ага. Перекатик. Опять прицел сломан, твою мать. Плохо, опять чинить придется. Надеюсь, тут нет никакой залуп. Ага, спрятался малой. Спрятался, оп. Блять, я вообще ничего не вижу, куда я стреляю за этой залупы, блять. Мансуй. Ага, я понял вас, Хисаям. Ну, без него никуда, слушайте, иначе проходить еще раз эту веселуху я не смогу, чисто морально. Так, тут нет никакого черта с дробовиком, нет больше тетрадок, я хочу дальше стихи дописывать. Нет, зато есть конус. О, какая-то ебака побежала, блин, надо за ней бежать. Я надеюсь... Ой, блядь! Ёбаный по голове, блядь. Ну, фишечки Сантала. Ебака убежала и сразу появилась дохера вурдалаков. Блин, да я в принципе так их разносовать могу. Где конус? Блядь, где конус? Сука, где конус, блядь? А, не получилось. Беги, Форест, блядь, беги. Так, нужно этого уебать, потому что его нужно уебать. И этого тоже. Знаете, так, поодиночке их растаскивать, пока они не видят, хотя видит, блядь, ну это, конечно, блядь,
Как же я тут не люблю дом миссии, где постоянно у педов не по 100 хп, как в стандартной GTA San Andreas, а по 2000, блядь. Конус, куда же без него? Офисное помещение. Блин, в общем, давайте такую тему. Собираем 800 лукисов, и я пилю прохождение с данной сестрюней, потому что смотрите, какая она классная. Или это поц, я не знаю. В общем, собираем 800 лайков, и я пилю продолжение данной дом-модификации. Так что все в ваших силах.